Вот вы, когда читаете, допустим, я вот к завтрашнему дню, 9 мая, у вас какие-то есть уже из года в год заготовки, или вам пишут каждый раз новый текст? Или у вас есть какие-то... Министерство обороны пишет тексты. Так. Потом я сажусь, их редактирую. А вы редактируете? А что делать? Я не знаю. А вы редактируете именно под свою дикцию? Или редактируете как журналисты, как редактор текст? Как редактор, да. Понимаете? Ага. Ведь есть... Написанное слово, а есть звучащее слово. Угу. Это разные. Ну что ж, там не профессионально пишут тексты, то есть они... Они пишут профессионально, но для того, чтобы он слушался на Красной площади, его нужно сначала прочитать вслух, понять, что ты написал гадость, и все переделать, понимаете? Но это редко бывает, поэтому там маленькие правки, там несостыковки с падежами, бывают, понимаете, что... Ну, какой же тогда профессионализм, если не состыковки с падежами? Ну, вы знаете, когда вот пишут вот эти вот тексты в огромном количестве, то можно, конечно, и ошибиться. Ничего страшного нет. Угу. Вот, потому что и я смотрю, и потом администрация президента смотрит. После вас уже? После, так обязательно, конечно. Угу. А как? Ну, говорит, ну, вот ты зачем ты из года в год говоришь, парад показал что-то, то-то и то-то и то-то. Убери ты это к чертовой матери. Угу. Что он показал? Угу. Единение армии с народом? Ну, это неправильно. Вот сейчас я по-новому я закрываю парад. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».